С 1 января 2018 года вступил в силу федеральный закон от 28 декабря 2017 года, инициированный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для сохранения позитивных демографических тенденций в стране. Законом внесены изменения в действующий более 10 лет федеральный закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Продлен срок действия программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Предусмотрено направление капитала на дошкольное образование до достижения трехлетнего возраста ребенка и введены дополнительные возможности использования средств материнского капитала в виде адресных ежемесячных выплат в размере регионального прожиточного минимума.